Чувашия готова расширять сотрудничество с Молдавией и ее новым президентом. По итогам всенародных выборов, которые накануне состоялись в этой республике, победу одержал Игорь Дадон. Правительственную телеграмму с поздравлениями в его адрес сегодня отправил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Игорь Дадон приезжал в Чебоксары в мае прошлого года, тогда еще в качестве депутата парламента Республики Молдова. Стороны обсуждали перспективы сотрудничества в различных сферах. В частности, в сельском хозяйстве налажены деловые контакты по поставке средств химической защиты растений. Большой интерес у молдавских гостей вызвала электротехническая продукция наших предприятий. Михаил Игнатьев рассчитывает, что партнерские отношения между Чувашией и Молдавией будут крепнуть.